Недобросовестных дорожников стали наконец-то наказывать рублем. Мэрию Орла подвел подрядчик из Иваново. В итоге за срыв графика дорожных работ фирме «Дорстрой» предстоит перечислить бюджет города более 2,5 миллионов рублей. Был рассмотрен иск управления капитального строительства города Орла, который выступал заказчиком по реконструкции автомобильной дороги улица Приборостроительная. К сожалению, подрядная организация, которая выиграла аукцион в 2012 году, не справилась со своими обязательствами и данную дорогу, установленную муниципальным контрактом срок, в эксплуатацию не ввела. После этого мэрия обратилась с иском в арбитражный суд Орловской области. Там вопросы решили в пользу муниципалитета.